Всем привет, с вами Алекс Ки. Сегодня мы будем делать обзор на такой вот приличный микрофон Boya. Модель называется Boya M1. Давайте посмотрим, что там внутри. Приятный чехол. Небольшая инструкция. Вообще, рекомендуется использование данного петличного микрофона как при съемке на смартфон, так и на профессиональные, начиная от самых простых до зеркальных камер. Внутри внушительно длинный провод с микрофоном. И вот такой вот пакетик, в котором чехол для защиты от ветра. Переходник. Маленькая батарейка-таблетка. И зажим. Зажим металлический. Есть два режима. Если вы используете при съемке на смартфон, то у вас должен быть включен off режим или смартфон. Через бровь здесь написано. Если же вы будете снимать на камеру, то, соответственно, необходимо будет вставить батарейку. Довольно-таки все просто раскручиваете и вставляете батарейку. Ну, так как я снимаю на смартфон, поэтому, в принципе, мне это не понадобится. Почему я выбрал именно этот микрофон? Так как я изучил достаточно большое количество сайтов, и на многих сайтах пишут, что он более универсален, чем все остальные модели, и подходит для большинства смартфонов, что на Android-платформе, что на iOS. Вообще, на других моделях Boya написано специально, то есть все микрофоны, предназначенные для съемки именно со смартфона Apple, либо же с iPad или iPod Touch, например. Но я столкнулся с такой проблемой, что когда я подбирал этот микрофон, на телефоне Xiaomi не работал данный микрофон. И выяснилось, что вот, кстати, если кто-то будет искать эту информацию, я обязательно это все напишу в тегах и в заголовке, потому что ни на Ютубе не нашел информации, ни где-то на каком-то сайте, потому что, ну, возможно, никто, наверное, не снимал на телефон на этот, на Xiaomi. Там проблема таится все в программном обеспечении. В принципе, все это можно устранить установкой дополнительного приложения специально для съемки фото-видеоматериалов. С помощью нее, в принципе, проблемы устраняются. Сейчас начнем мы тестировать данный микрофон. На данный момент съемка производится на смартфон iPhone 6 версия на родной микрофон. Ну а теперь мы посмотрим, как происходит запись звука на микрофон. Итак, сейчас запись уже проводится на микрофон Boya M1. Вы должны сейчас заметить существенную разницу. О своих ощущениях использования данного микрофона и качестве звука я смогу вам рассказать более подробно уже в следующих видео. Возможно, это будет в комментариях, либо какой-то небольшой момент. И что порадовало первоначально при покупке данного микрофона, что довольно-таки большая длина, это 6 метров, что позволит вам без проблем перемещаться перед камерой и, соответственно, производить любую запись видео в любом формате. Также, что есть чехол, он из приятного такого дермантина. Что хотел сказать?
Еще этот микрофон я покупал в городе Казани, в интернет-магазине. Но по многим обзорам, те, кто покупают на AliExpress, многие продавцы дополнительно добавляют подарок. Либо это трипод, либо это дополнительная ветрозащита, такой мохнатый набалдашник. Но вот почему-то в России решили сэкономить на этом всем, но зато ты покупаешь продукт с голограммой, с гарантией качества, она годовая. Вот здесь я вам оставлю ссылку на обзор Кодобокса, это такое специальное устройство для домашних животных. Также подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите в комментариях, используете ли вы какие-то дополнительные микрофоны, или же какую технику дополнительную вы используете при съемке своих видеоблогов, либо же, если вы планируете снимать видеоблоги, пишите все в комментариях, мне это будет очень интересно. Ну, всем пока!